Я хочу сейчас открыть торжественно День исламской медицины. Приветствую гостей. Но прежде мне хотелось бы вручить почетную грамоту Гаджиеву Абдуле Набиевичу, руководителю медицинского отдела фонда «Инсан», заслуженному врачу Республики Дагестан, члену общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» за большой вклад в формирование регионального профессионального сообщества специалистов оздоровительных практик, активную жизненную позицию и поддержку профессионального движения в сфере традиционной и комплементарной медицины. Благодарю. Впервые... Спасибо за внимание, спасибо за поощрение, но я это считаю большим авансом для меня. Спасибо большое. Спасибо вам. Итак, впервые на территории Дагестана состоялось большое мероприятие, которое сплотило большой коллектив, творческий коллектив специалистов оздоровительных практик, а также специалистов интегративной медицины, которые в течение многих лет кропотливо, собирая традиции, традиционное национальное лечение, которое применялось в течение многих веков, вносили в свой практический опыт. Много специалистов в качестве гостей съехались у нас не только с уголков России, но также из-за рубежа. Наш конгресс, он удался, он состоялся, и он собрал большое количество людей, которые горят одним единым желанием помочь ближнему. Давайте поприветствуем нас самих. Итак, вручается грамота Аскеровой Хадижат Магомедовне за большой вклад в формирование регионального профессионального сообщества специалистов оздоровительных практик, активную жизненную позицию и поддержку профессионального движения в сфере традиционной и комплементарной медицины. Откладываем. Я буду называть фамилии, потому что текст будет один. Торчхоевой Лейли Давудовне. Откладываем. Амаровой Зареме Рамадановне, Лукашенко Ирине Владимировне. У Лукашенко Ирины завтра состоится день рождения. Она много-много лет занимается оздоровлением. У ней уникальная технология марма-терапия. Да? Да. Булатову Роберту Булатовичу. Давай благодарности. Объявление в общей группе было. Мне жаль, что не все услышали и не все в программе тоже было. Верно? Согласны со мной? Так, итак, у нас огромный коллектив технических работников, которые сопровождают наш конгресс. Они в тени, они делают все для того, чтобы наш конгресс состоялся. И сейчас в присутствии огромного количества людей я хочу поблагодарить их за такую огромную поддержку, вот, которая еще не закончилась. Не расслабляемся, еще работаем дальше. Итак, благодарность, да, объявляется Турлаевой Патимат Магомед Гаджиевне. Адашева Нафизат Малараджабовна. Салманова Луиза Авалуевна. Гаджиева Хадижат Алимагомедовна. Тексуева
Фариза Саидбековна. Гасанова Аминат Нурулаевна. Абужаева Нафида Абдул Джалиловна. Савкатов Металей Шамильевич. Алла Битте. Иван Павлович Пшеничный. Магомедова Рукият Магомедовна. Магомедова Айна Амираевна. Хаммирова Саида Ажахмедовна. Наш конгресс денно и ночно. Нина Федоровна, мы ждем вас.